Всем привет! Друзья, всем привет! Папа обезьяна и Катя Супер Кейт! Мы сегодня с Катей будем изучать Солнечную систему. Катя, что такое Солнечная система? Это планета. Это планеты, где мы живем. Для этого у нас есть сегодня корабль. Кто ты будет за рулем? Ты. Да? Все, садитесь, пристегивайтесь. Ровненько. Я обсигнулся. Все, полетели покорять Солнечную систему. Нажимаем кнопку вверх. Вниз. Да, и мы летим. У-ху! Все, так, смотри, как мы летим в космосе. Это открытый космос, смотри. Сначала это планета Земля. Что такое Земля? Это круглая планета. Мы живем на Земле? Да. Мы живем на Земле. Земля – это большая планета. Ты знала, Катя, что Земля круглая? Да. Земля, привет! Катя, давай помашем Земле привет. Привет! Мы идем в космос. Тебе, Катя, смотри, к Земле тебя строят. Ты у нас... Подуй на него, подуй на него. Дуй сильней, дуй сильней. Вон, да на меня не дуй. Дуй на астероид. Ты должна принять его орбиту. Дуй. Вперед, дуй. Астероид. Молодец. Он улетел. Мы спасли. Все, Земля, пока. Мы полетели дальше. Жми кнопку. Раз, два, три. Полетели к Солнцу. Солнце. У-ху. Скорость. Ура. Мы прилетели к Солнцу. Скорость. А ты знаешь, что Солнце... А Солнце... Горячее. Солнечные лучи. А ты знаешь, что у некоторых людей, я когда они лучше смотрят на Солнце, они хотят чихнуть? Как? Апши! Апши! Вот так, Супер Кейт. Что? Шехи. Фу. Все, летим на Марс. Следующая планета у нас Марс. Полетели на Марс. Так! У-ху! Слева стреляй! Справа стреляй! Спереди! Глаза лазером стреляй! Ой, вау! Отстреляйся, ты попал! Вау! Все, закрой глаза! Мы около Марса. Это Марс! Марс! А ты знала, что Марс – это планета? Какая красивая планета Марс, да? Уебался, а ты знаешь, что на Марсе сейчас живет 7 роботов? 7 роботов! Там 7 роботов. А в 2022 году на Марс хотят полететь 100 тысяч человек. Хотят в один конец купить билет. Марс будет покоряться. А следующая планета – это Земля! Меркурий! Супер Кейт! Меркурий! Меркурий – это быстрая планета! Быстрая планета! Она быстро двигается по нашему небосклону. Ее нельзя догнать! Давай догоним Меркурий! Давай! Скорость! Давай догоняем Меркурий! Скорость! Он от нас улетает! Скорость! Держи! Да. Держи Меркурий! Руку вытяни, поймай его! Ой, тормози! Это какой быстрый, этот Меркурий! Аполлон рядом с ним, Гермес! Все, привет, Меркурий! Привет, Меркурий! А мы летим дальше! Мы дальше будем покорять нашу Солнечную систему! Давай, мы с тобой настоящие космонавты! Файт! Какой у тебя сильный удар. А следующая планета у нас будет Венера. Венера – это сестра Земли. Ты знала об этом? Да. Да? Откуда? Из памяти вышло. Да, я не знал. Да. Венера – это сестра Земли, потому что внешне она похожа. Следующая планета нашего путешествия – Юпитер. Привет, Юпитер. Хо-хоу, Юпитер, привет. Юпитер, привет! А ты знала, что Юпитер за 10 часов оборачивается? Да, за 10 часов, знал.
Но? Да. Ну ладно, Юпитер, мы полетели дальше. Стар! Ого! Скорость! И мы прилетели на планету Сатурн. Сатурн – это планета, которая имеет кольца. А на Сатурне еще есть сильные, очень сильные ветра. Я знаю, это сильные ветра! Да. Откуда ты знаешь, только ты? Ну а следующей планетой нашего путешествия будет Уран. Уран! 6, 10, старт! Вау, мы прилетели на Уран. Привет, Уран! Уран, да, да, это очень малоизученная планета и таинственная. А следующей планетой нашего путешествия будет Нептун. Нептун – это планета, которую назвали в честь бога морского. Нептуна. Морская планета Нептун. Ну и мы возвращаемся к себе на родину, на планету Земля. Полетели, Кай. Нажимаете кнопку. Раз. Два, три, старт! И мы вернулись на Землю. О, смотри, а это Луна. Луна – это спутник нашей планеты Земля. Сейчас мы полетим на Землю. Мы полетели обратно к себе домой. Домой полетели? Да. Спать. О, садимся. Тёк, садимся дома. Садимся. Меня трясёт. Все, передавайте всем привет, ставьте нам лайки. И мы будем вам радость. Мы будем нести вам радость, новые знания. И будем радость. Мы будем вместе учиться и покорять новые знания. Пока-пока. Ого, пока-пока! А у меня больше. Ай! У меня больше.